Областной театр «Кукол» ставит спектакль для подростков и взрослых. Первой премьерой сезона станет музыкальная трагедия «Моцарт и Сальери». Композитор – новосибирец Андрей Кротов. Когда ты находишься еще между двумя, я говорю, будем так говорить, гениями в любом случае, там один больше, другой меньше, но когда ты сталкиваешься с музыкой таких великих мастеров, естественно, тебе надо найти какой-то свой путь, который бы который бы, с одной стороны, выводил тебя с уровня конкуренции, чтобы не говорили, это лучше музыка, это хуже, это вообще круто. Режиссер спектакля Ролан Банин в основе знаменитое произведение Пушкина. Во многом именно оно закрепило в нашей стране представление о том, что Моцарта из ревности отравил композитор Сальери. Свою версию событий артисты-кукловоды покажут в конце сентября. Накануне в Театре кукол прошел фестиваль варенья. Режиссеры, журналисты, блогеры, критики и фотографы принесли дачные заготовки, пироги, блины и устроили чаепитие. В такой необычной форме театр уже не первый год рассказывает о грядущих премьерах. Главный режиссер Ольга Гущина уже приступила к репетициям сказки про Умку. Также зрителей ждет Щелкунчик. Известно, что сражаться главный герой будет не с обычными, а с компьютерными мышками. К этому материалу подходит со своей точки зрения. Я, например, захотела увидеть, знаете, такую линию с современным, сегодняшним днем, чтобы связать вот этот вот разрыв с реальностью у современной молодежи. Они так глубоко уже засели в виртуальный такой мир, в гаджетах, лайфхаки, тиктоки. В общем, мне кажется, мыши – это как раз вот эти компьютерные мыши. То есть мыши завелись в доме, то есть люди стали разобщены, они общаются друг с другом, они далеки.